Сердечно поздравляю возлюбленные во Христе, отцы, братья и сестры, жители Самарской губернии с великим праздником Рождества Христова. Великое благочестие и тайна, так говорит апостол Павел, Христос явил себя во плоти. Бог принял образ человека, стал подобен во всем нам, кроме греха, чтобы мы стали Ему подобны. И Евангелие устами самого Христа Спасителя призывает: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Господь стучит в двери сердца каждого человека, призывая: «Сыне, дай мне твое сердце». Это наши чувства, посредством которых мы входим в мир. Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Он неизменен. Христос рождается, славите, призывает Церковь. Рождается Он в этом мире, в жизни каждого человека, в судьбах и в истории всего мирового пространства. И человек, облеченный в образ Божий, должен сознавать эту великую ответственность перед Богом, своей совестью и той землей, на которой он родился. Однажды русский народ принял крещение в Киевской купели и понес крест Божий, который ему суждено было нести, и свидетельствовать всему миру в образе святых славу Святой Церкви и самого Христа. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», так говорит апостол Павел, призывая каждого человека, чтобы этот человек вошел в образ Христа. Русский народ, хранимый Богом тысячу лет, имел в своем сердце веру православную. Ту традицию, которая дала небу множество святых, и Отечество наше именовалось Святой Русью. Вот этот утраченный идеал, образ святых, должен возвратиться в жизнь каждого человека, в семье и в нашу повседневность. И прежде всего, это было бы нашим идеалом воплощения образа самого Христа. И сила нашей держава была в нашей православной вере. Это наш цивилизационный код. Если мы утратим, то мы потеряем и самобытность, и, вероятно, никогда не переживем Бога в своем сердце. И потому-то в эти святые дни хочется напомнить о величии нашего народа, о святости его, о милосердии, о великой и загадочной душе русского народа, то, чтобы он возвратился к своей православной вере и определился в своем жизненном выборе. Я сердечно поздравляю всех, возлюбленные во Христе,
с праздником Рождества Христова. Желаю мира, радости, терпения, любви, сострадательности к ближним. Пусть Новый год будет для всех нас Богом благословенным, мирным и радостным. С праздником! Храни вас Господь!